Я просто помню, что тут года 4 я тоже так нашел. Такой виноградная же улитка, да, Николай? Да. Давайте покажем ее нашим телезрителям. Где-то 5 сантиметров в диаметре, друзья. Есть и больше, да. В этом парке они водятся. Ну, все равно. Данный экземпляр спит, да? Спит, спокойный сон. Это послеобеденный сон. Только не на камеру это самое, звук обрезать. Как они зимуют? В ресторанах. Вот я не понимаю, да. Они засыпают? Ну, да.